Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы поговорим о диабетической полиневропатии. О заболевании, протекающем с выделением большого количества мочи, известно с древних времен. О нем упоминалось еще в папирусе Эберса в 17 веке до нашей эры. Сам термин «диабет» происходит от греческого слова «диабайво», означающее «прохожу сквозь», «протекаю», то есть состояние, которое сопровождается потерей жидкостей, полиурией. Впервые ввел Деметриус из Апомании во втором веке до нашей эры. В 1910 году Эдвард Шарпей Шефер предположил, что диабет вызывается недостаточностью химического вещества, выделяемого островками Лангерганса в поджелудочной железе, названного инсулином, инсула – островок. В 1921 году Фредерик Бантинг и Чарльз Бест в лаборатории Джона Маклеода выделили инсулин, а в 1922 году применили для лечения больных. В знак признания заслуг Бантинга Всемирный день борьбы с диабетом отмечается в день его рождения – 14 ноября. Диабетическая невропатия – заболевание, специфическое для сахарного диабета, сопровождающееся клинической симптоматикой или бездоковой, характеризующееся поражением периферической и автономной нервной системы. Расстройства нервной системы при диабете связаны с поражением малых кровеносных сосудов – vasovasorum, vasonervorum. Параллельно с этим избыточная глюкоза негативно воздействует на обмен веществ в нервной ткани. Диабетические невропатии являются наиболее частым хроническим осложнением сахарного диабета. Эта гетерогенная группа состояний влияет на различные отделы нервной системы и представлена разнообразными клиническими проявлениями. Сокращенный вариант классификации диабетической невропатии и ее код в МКБ-10 приведены на слайде. Среди различных форм диабетической невропатии дистальная симметричная полиневропатия и диабетическая автономная невропатия являются наиболее изученными. У пациентов с преддиабетом также могут развиться невропатии, подобные диабетической. Дистальная симметричная сенсомоторная полиневропатия – наиболее частая форма поражения нервной системы у больных с диабетом. Одной из ее особенностей является длительный бессимптомный период. Клиническая картина зависит от длины аксонов, поэтому первые симптомы в виде онемения или парастезии возникают в кончиках пальцев нижних, а затем верхних конечностей. При невропатии тонких волокон наблюдается онемение или гипестезия, жжение, покалывание, ноющие жгучие боли, аллодиния, снижение температурной чувствительности, нарушение потоотделения. При невропатии миелинизированных волокон имеется снижение вибрационной чувствительности, снижение коленных и ахилловых рефлексов, снижение чувства давление, боли холодного и горячего, защитной чувствительности, нарушение суставно-мышечного чувства, глубоко ноющая или спазматическая боль. Диабетическая асимметричная проксимальная невропатия в англоязычной литературе Radiculoplexus neuropathy, называемая также синдромом Брунса-Гарланда, это мультифокальное поражение корешков, сплетений, периферических нервов, а иногда сегментов спинного мозга. Поражаются преимущественно двигательные волокна. Исторически эта форма обозначалась как диабетическая амиотрофия. В более поздних классификациях – проксимальная амиотрофия, проксимальная невропатия. Данное заболевание рассматривается как иммуноопосредованное страдание, при котором микроваскулит приводит к ишемическому поражению корешков, сплетений и проксимальных отделов длинных нервов конечностей.
Клинически проявляется внезапно возникающими на фоне декомпенсации сахарного диабета массивными амиотрофиями тазового, реже плечевого пояса. Выраженные чувствительные выпадения при этом не характерны. В типичных случаях вначале возникает острая или подострая боль пояснично-крестцовой локализации, иррадирующая в ногу. Затем присоединяется слабость и атрофия мышц тазового пояса и бедра. Обычно наблюдается жжение, ощущение ползания мурашек, боли по передней поверхности бедра, в области внутренней поверхности голени и стопы, которые чаще проявляются в ночное время и не провоцируются движением. На данном слайде представлена атрофия мышц левого бедра при синдроме Брунса-Гарланда. Диабетическая, автономная, висцеральная или вегетативная невропатия обусловлена поражением центрального и или периферического отделов вегетативной нервной системы у больных диабетом. При ней могут поражаться любая система или орган, имеющий автономную иннервацию. В связи с этим, во время сбора анамнеза и физикального обследования необходимо тщательно выявлять симптомы вегетативной дисфункции. Особенно это относится к пациентам с микрососудистыми и невропатическими осложнениями. При наличии симптомов автономной невропатии необходимо провести исследование для исключения других сопутствующих заболеваний или воздействия лекарственных средств. Основными клиническими проявлениями диабетической автономной невропатии являются гипогликемия, тахикардия покоя, ортостатическая гипотония, гастропарез, запоры, диарея, недержание кала, импотенция, нейрогенный мочевой пузырь, судомоторная дисфункция. Поражение сердечно-сосудистой системы проявляется в виде монотонной синусовой тахикардии, плохой переносимости физических нагрузок, ортостатической гипотонии, респираторной апноэ во сне, нарушение реакции бронхов на холодный воздух, нарушением кашлевого рефлекса. Судомоторный гипергидроз или ангидроз, диффузный, локализованный, конечности лица. Ночная потливость, не связанная с гипогликемией, нарушение терморегуляции, непереносимость жары, потоотделение на лбу, лице, волосистой части головы и шеи, возникающее после приема пищи. Урогенитальной диабетической цистопатии, атония мочевого пузыря, гипо- или гиперрефлексия Детрузера, эректильной дисфункции, нарушением эякуляции, диспареунии, сухостью слизистой влагалища, гастроинтестинальной, дискинезии пищевода, нарушением моторики желудка и кишечника, диабетической холецистопатии, атония, гипомоторная дискинезия желчного пузыря, анорректальной дисфункции, недержание кала. Осложнением диабетической полиневропатии может быть диабетическая стопа. Термин «диабетическая стопа» представляет собой собирательное понятие, обозначающее симптомокомплекс анатомо-функциональных изменений стопы, связанных с диабетической невропатией, микро- и макроангиопатией, остеопатией, артропатии, на фоне которых развиваются тяжелые гнойно-некротические процессы. В патогенезе развития диабетической стопы имеют значение три основных фактора – невропатия, ангиопатия и инфекция. На слайде представлена артропатия Шарко – деформации стопы выбуханием кубовидной кости трофической язвой подошвы. Для постановки правильного диагноза врачу необходимо прежде всего заподозрить наличие диабета у пациента. Его симптомами, лежащими на поверхности, являются полиурия, полидипсия, полифагия, потеря массы тела, ночное недержание мочи, сухость слизистых оболочек, полости рта, зуд кожи и слизистых, повышенная нервная возбудимость, головная боль,
боль в животе, тошнота, рвота, диабетический румянец, запах ацетона в выдыхаемом воздухе, стоматит, частые инфекции, фурункулез, нарушение зрения. Заподозрив диабет и проведя консультацию с эндокринологом, невролог продолжает свой диагностический поиск. При выявлении признаков невропатии у больного с сахарным диабетом диагноз диабетической невропатии предполагает прежде всего исключение всех других возможных причин ее развития – аутоиммунных, воспалительных, травматических, метаболических, дефицитарных, паранеопластических, токсических и других. При диагностике необходимо учитывать тип пораженных нервных волокон. Нервные волокна малого диаметра, миелинизированные А-гамма и немиелинизированные С, иннервирующие кожу, обеспечивающие болевую и температурную чувствительность, поражаются первыми на ранних этапах сахарного диабета. Поэтому для ранней диагностики важны методы, позволяющие выявить повреждения именно тонких волокон. Скрининговые опросники позволяют выявить нарушения только толстых нервных волокон. Кроме того, они субъективны, зависят от возраста, пола, массы тела, наличия в анамнезе курения и употребления алкоголя. Снижение порога вибрационной чувствительности при поражении толстых миелинизированных волокон А-альфа и А-бета является прогностически неблагоприятным признаком. Необходимо учитывать, что порог вибрационной чувствительности с возрастом снижается. Лечение диабетической невропатии должно быть комплексным и проводиться совместными усилиями терапевтов, эндокринологов и неврологов. Основные направления терапии – это коррекция факторов риска, гипергликемии и сосудистых факторов риска, изменение образа жизни, соблюдение диеты и физические упражнения, метаболические средства и симптоматическая терапия. Прежде всего, необходимо лечить основное заболевание, то есть диабет. Начинать лечение необходимо уже на начальных стадиях, когда неврологические проявления еще отсутствуют. Для симптоматического лечения невропатических болей при диабете препаратами выбора являются прегабалин и дулокситин. Габапентин также может использоваться с учетом социально-экономического статуса пациента, сопутствующих заболеваний, а также потенциальных лекарственных взаимодействий. Трициклические антидепрессанты также эффективны для невропатической боли при сахарном диабете, но их следует использовать с осторожностью, учитывая повышенный риск серьезных побочных эффектов. Из-за отсутствия лечения, направленного на базовое повреждение нерва, профилактика является ключевым направлением. Скрининг на симптомы диабетической невропатии также имеет важное значение в клинической практике, так как позволяет осуществлять раннее вмешательство. Профилактика диабетической невропатии фокусируется на контроле уровня глюкозы и изменении образа жизни. На данном видео представлен пациент с симметричной дистальной симптоматоидной полиневропатией. У него отсутствовали движения в нижних конечностях, медикаментозная терапия не помогала, а после габапентина развились сильные отеки. После 8 сеансов иглорефлексотерапии пациент смог самостоятельно сидеть и осуществлять движения в коленных суставах. После 12 сеансов пациент смог, используя опору, самостоятельно вставать на ноги и стоять. В 1950 году диабетолог Эллиот Джослин учредил медаль для самоотверженных пациентов, долго проживших с диагнозом диабет. На медали изображены три лошади, символизирующие инсулин, диету и физические нагрузки. Пациенты с нашей помощью в состоянии починить этих лошадей и быть всегда в седле. Благодарю за внимание.